Обильные осадки вызывают у железнодорожников Акмолинской области опасения. В регионе выпало снега больше нормы. Возможно, подтопление талыми водами железнодорожных путей и вокзала. К примеру, в городе Щучинске станция находится в низине, и потоки воды весной идут с возвышенности в сторону ЖД-линии. Это может грозить остановкой движения поездов. Железнодорожники вывозят снег своими силами, но этого недостаточно. В районном акимате уверили, что ситуация под контролем, а с середины месяца начнется работа противопаводкового штаба. Мы вывезли 18 тысяч кубометров снега. Это только машинами типа СМ-2. А плюс мы вывезли примерно такое же количество со своих рабочих предприятий, с линий. Я видел, что там не чистится. Но не чистится, они какие-то части улиц чистят. Нельзя сказать, что там не чистится. Но техники у них мало, средств мало. Если весь город, весь район не встанет на очистку города, то будут проблемы весной у нас и у города. Вывезено более 17 тысяч метров кубических снега. С опыта прошлого года несвоевременная очистка сточных вод при железной дороге привело к подтоплению некоторых участков. На сегодняшний день тревога бьется, очистка сточных вод производится. Работает 6-7 единиц техники по городу и дополнительно привлекается юридическая организация предприятий.